Хей, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру под названием Куб Экспейс Джекаф. Так, в прошлой серии, в принципе, мы с вами оказались в подводной лодке. Где фиг знает, что можно сделать. Здесь можно настроить номерную часть. Здесь какое-то слово зашифровано. Не знаю. Я не врубаюсь. У нас зато есть энергия. Мы погружаемся в 40. Деп 40, не забываем. Так. Не, мне 40 нужно. Она читает. О. Так, походу это еще не нужно мне. Так, а градусная мера точно правильно? Так, ну мы точно в лесах. Медиум. Блин, не пойму. Не пойму, не пойму. Давление точно было 40. А, вот наш корабль. А, трогать я вообще не могу. Ну, парадар он лево, с левой стороны у нас. Я просто не врубаюсь, что мне нужно именно сделать. Он левее, камень этот. Не понимаю. Что-то здесь нужно вот сделать. Спичками. Томас, сейчас ударю! Так, хорошо, здесь что-то нужно подвесить. А что? Что это вообще за точки? Что это за точки? Для чего они? А для кого они? Ни туда, ни сюда, непонятно. А, тут вон что есть. Это мы делаем повороты. Сфера ли я здесь? И сфера ли я здесь? Ой,
Дело в том, что в окнах мы вращаемся, а там ни хера. И где сейчас? Короче, дело в том, что мне нужно... Он крутится вокруг меня, да. Поэтому просто вращаем, вращаем, вращаем. 40D, да, правильно. Здесь проставлено тоже правильно. Значит, мне только нужно менять вот здесь. На 5, поехали. Почему-то я этого не меняю, диапазона. Сфера ли я не меняю диапазон? Ну, типа... Камон. Она как осталась там, так она осталась. Давай на тройку. Ну, по окну я вращаюсь. Но ни в одном, во втором окне не вижу то, что мы ищем. Типа, алло, алло. Это сбросит, да? Я ж не запускал. Так ты едешь. Фак. Кто знал, что оно вращается? Я не знал. Так, теперь нам нужно на 7 вперед. На 7 вперед. Долго едем. Готово. Так, а теперь подожди. В какую сторону? В правую нужно повернуться. Ага. Значит, в обратную. Я не понимаю, почему оно тогда раньше не вращалось. Так, и сейчас прямо передо мной должен быть это то, что я ищу. Но мне нужно еще проехать два раза вперед. И мы на месте. Еще два раза. Раз, два. Походу нужно именно в центре, в центре.
Хорошо. Вот сюда. Хватаем. Поднимаем. Раз. Два. Три. Четыре. Доводи до конца. Пять. Забираем, закрываем, перетаскиваем. Что это? Что с этим делать? I don't understand. Ну и все. Мне не хватило одной. Ну я понял, короче, нужно рыб сюда теперь ловить. Мне нужно три рыбы. Легко. Но видите, здесь идет еще, пока не наплывет, так сказать, задержка. Рыбка обычная, рыбка зубастая. Вот, видите, она начинает фризить. Типа нормально-нормально, там бац, фризы. Страшно. Испугался. Страшно испугался. Короче, мне нужно повесить так, чтобы рыбы были равномерные. Но если смотреть, они не будут никогда равномерные. Потому что центральная, она большая. Странно. Ладно. А, мне нужно, чтобы крючочки были, видите, ровные. Все, понял. Бля, так у меня все равно рыбы весят мало. Как мне тут? Может, мне пока что-то сюда рано с рыбами? Следующий, ну, здесь все. Ну, мы-ка получили. Куб мы получили. Что с ним делать далее? И где он вообще? С хера ли я не вижу куб? Вопрос. Может, здесь он? Нет, здесь тоже нет. Блин, а, вот, стой. Передвинуть.
А ты в этом имеешь в виду плане? Вот так вот. Вот так вот. Белый куб. Что теперь мне делать с кубиком? В кораблик? Нет. В аэропорт? Возможно. Нет. Чернильницы нет. У меня чернильницы нету. Подожди, а что вот это за кнопка? Так мне нужно было еще половить рыбы. Или подожди, ну это рыбошар. Из рыбошара разве чернила бывает? Подожди. А нахера мне эта рыба? Рано. Да елки-палки. Тупые присоски. Сюда. Эта рыба летит сюда. Вопрос, нахера мне много рыбы, если я ее не могу использовать? Заменять рыбу я тоже не могу. Ну еще фризит. Короче, я понял. Мне нужна помощь по данной рыбе. Оказывается, все в порядке, ребята. И мне нужно споймать вот эту последнюю рыбешку, которая была. А для чего сейчас узнаете? Только, блин, что за релиза фрезы жесткие? О, главное, чтобы она мимо не пролетела. А рыба для чего нам оказывается? А там, оказывается, есть еще крючки. На которой я думал, что должны поравняться, да? Но оказывается, нихера. Вот, все, теперь у нас вся рыба есть. И вот крючки, на которые еще можно цеплять. И теперь нам нужно именно поравнять желтенькие вот эти, что сейчас у нас есть. И за счет них делать равенство. Так, сюда. Так, одну поравнял. Так, это сюда. А смысл, если рыба все равно разная? Да уж.
Так, сюда. Так, вот это меняем. А, видите, крючки тоже здесь разный вес имеют. Боже мой, что за бредятина? Ну что за рыба может быть? Ну не хочет она, не хочет. Оказывается, вот видите, как должно быть. Типа рыбка, рыбка, рыбка. Короче, я понял. Как там? Вот эта рыба с желтой. И шар с вот этой. Куда я мог знать? Овал. Почему-то я не удивлен, что именно овал слово. Готово. Краб. У меня есть для тебя ракушка. Жемчужина. Может, жемчужина нам нужна сюда? Нет. Сюда? Нет. Нет. Я не помню, что нам где-то нужна была жемчужина. Пауза. Жемчужина нам нужна на столе, там, где вот этот кругленький предмет. Так. Погружение 30. Погружение 30. Давайте сразу сделаем погрузку. Погрузка 30. Блять, стол. Так, погрузка 30. От замка к церкви и наверх. От замка к церкви и наверх. Замка. Вращайся. Не вращайся. Так, и что? Вот нахера ты вращаешься? Вы имеете в виду вот эту точку? 2-2. Да, это точка 2-2. Точка 2-2. А мне нужно пройти вперед раз. Один раз вперед. Ага. Один раз вперед. Поехали. Повернуть в противоположную сторону. Сильно.
Теперь мне нужно сюда и три вперед. Раз, два, три. Поехали. Раз, два, три. Готово. А, я глубину. Я давление не поменял. Готово. До конца. Давай, давай, давай. Что тебе мешает? Опускаем. Получаем. Выходим. Получаем. Загружаем. Так, и оно должно прийти мне вот сюда. Перегружаем. Она просто немного нижней поправим, да и все. As I will be bad. Окей, плохие воспоминания. Следующее, что у нас? Эти воспоминания нам нужно загрузить сюда, как я помню. Так, на следующую отправку мы готовы, в принципе. Но мне нужны чернилы. А что у нас по окну? Все чисто. Что у нас по вот этой рыбе? Она просто на заднем фоне. Окей. Смотрим, что можно дальше делать. А следующее у нас оказывается с рыбкой связано. Нам нужно запомнить вот эту херню. Так, оно видно? Видно. Ну, давайте, поехали. Точка просто. Е. Мне нужно ее поднять, походу, чтобы она сожрала рыбку. Это английский шрифт. Up. Так, значит. Точка, точка. Точка, тире, тире, точка. Это up. Right, left. Лифт. Так. Ой. Точка тире тире. Да ёлки-палки. Точка. Тире. Точка. Точка. Ле. Ф. Угу. И ин
Инк. Инк, 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 инк. И... На. К. Готово. Щупальца. Осьминожки. О, найс. Чернилку. А чернила нам нужны были для чего? Чтобы поставить их на стол. И чтобы мы их пролили. И мы получаем что-то неясное. 0-0. Или это ОО? Так, подожди, 0-0. 6-4. Подожди, может это... 4-6. Глубина 0-0. Как вариант. Так, глубина 0-0. Подожди. 4-6. 4-6. 0-0. Так, нам нужно повернуться в обратную сторону. И доехать туда. Так. Раз, два, три, четыре. На четыре проехать. Два, три, четыре. Так, поехали. Что здесь вообще ни хера нету? Что смотришь, что не смотришь? Так, теперь мне нужно повернуть. Хер знает куда, но я поверну сюда. Так, мне нужно в обратную сторону подожди, в обратную сторону повернуть и проехать на 2. Проехать на 2. Сейчас, скорее всего, будет синий куб, да, у нас? Стоп, я нихера не вижу. Чего? В смысле, ну я ж... А, у меня ж воздух же не сливался, точно. Стоять. Давление. Тю-тю. Так, вниз. Вниз. Хорош. Поднимаем.
забираем. Поднимаем. И достаем. Так, здесь мне походу нужно... Так, а чего у них вот это вот не хватает? Так, теперь мне нужен маленький кусочек зеленого. Это вот этот. Готово. А 12-12. И что далее? Понятное дело, что сюда засунуть его. На что далее? Ладно, может что-то. О, ба. Сайт стоять. Это у нас. А, мы ж на поверхности, точно. Чё ты туда поплыла? Она ж под углом плывет, нужно не забывать. Да ёлки-палки. Видите, оно сразу пролагивает. Типа вначале нормально, а потом бац и лаги. Так, значит, я понял. По ровной. Хорошо, акула. Так, это я поздно. Сюда тогда. А чё ты вниз стоять? Мне вниз не надо было. Ровно. И... И фиг его, да? Может быть, в глазке я увижу что-то. А ему нужно было 3 рыбки споймать. К. Ки. Т. Кит. Ки. Т. Рыболовный крючок. Ой, я сейчас вообще на самом деле не понимаю для чего. А, может корабль вытащить. Так, отломал, хорошо. Три вверх и один в бок. Это от церкви, да?
Три вверх, один в бок. Раз, два, три. Четыре и четыре. Четыре, четыре, пять. Четыре. Четыре. И пять. Странно, нет. Три вверх. Один. А, один. Тогда три, четыре. Тогда три, четыре. Вот так. Так, мне нужно повернуться в обратную сторону. Так, еще здесь мне нужно поднять на 5. Да, вышло на 2 серии. Вот это предпоследняя, считайте, большая, да? Так, поехали. Мне нужно на 5. Так, сначала сюда. Один вперед. Один вправо. И два вперед. Два вперед. Мы приплывем. Ой, давай не говори, что опять я что-то не... А, не, все прогрузилось. А, нет, нихера. А, ну все правильно. Так, олень. Это мне нужно их запоминать? Что происходит? О, так еще и громко, ё-моё. Поняли? У меня... А, у меня тоже она зелёная горит. Thank you.
Ебать просто как громко. Продолжение следует. Спасибо за игру. Нажмите для более рассылок, чтобы увидеть все еще больше игр. История Ржавого озера продолжается, так что подписывайтесь на наши социальные сети, наши рассылки. Как вы поняли, есть последняя серия, о которой я говорю, вот, Куб Escape Paradox. Это финальная серия, скорее всего, я точно не знаю, потому что я в нее еще не играл. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до следующих игр, ребята, всем пока.